Так. Я вроде никого не знаю. Я тоже таких Вот даже не видел. настала жаба. ВМР, ФС, ДФС, СФ, У них много охренеть. танков, но вот дамага вообще. Дамага Зачем нет. он? Ну, есть Ну, какой-то, он-то но... есть, конечно, дамаг. Если мы заберем Кого мы? Сина фокусим, затем дракошку и... воеводу, а затем, наверное, письконосца, а затем жабу, да? А потом этого меча. Ну, кто будет ближе, Или тут, наверное, да, это правило действует. До кого дотянуться легче, тот и побирать ты попал, Это короче. им все просто, они Попробуй. будут конфетку фокусить, а потом уже кентавра. Попробуй записать, кстати, мало ли это. Вдруг получится. Где по дерьму? Да вдруг мы их нагоним. Вот. Ассасины, ты какое? Ты всякое. О, и ассасины какое. Злое у них ассасин. Кусючее. Ну, после 20-х вырежу все. Воеводы. Да ну. Да, в общем, я думаю, тут и говорить нечего. Они такие, какие они есть. Ух ты, ассасин на лайн пошел. Фича хорошего. Он, наверное, сейчас ТП-шится, думал. Он просто... Попугай. Я попугай. Йо, у меня жаба. Иду. Смотри, как они четко подмечают, когда ж нужно. Ну вы ж хотите, ты хочешь. Ты просто хочешь отправиться на резб заранее. Все, я ушел на зуму. Давай. Такие отдали они. У тебя флаг. Леш, у тебя кент какого ловила? 19. А, отлично. Вообще он планировался для топа сначала, а потом я что-то им соло ходил, ходил, там меня сливали, сливали, и он на нем 1700 всего осталось. Воевода, ты чё, проснулся? Где-то там стоял за башенкой, что-то я пока всех крипов добил, потом выбегает такой. Чувак, не спи, Иду. Мы с тобой в бою. Так, мне нужно срочно взять хилку, а то у меня сейчас жаба тут молоточками посадит. Ой, чего, пускай тебе хилку пришлют, если чё. Хотя лучше, наверное, нет, тебе не надо. Воевода не получается добивать башню. Сейчас меня Син, наверное, Син? Сейчас услышим, может он вздохнет. Шляп. Вот еще один топор, и я сдох. Иду. Так уходи на резку. Золотой мастер. Он боится, что жаба добьет больше крипов, чем он. Потому что в душе конфетка жадный. Иду. А вот ему хилку послали. Золотой мастер. И это значит, что никакой син к тебе не придет. Сейчас я птиц доделаю. И решить.
Хорошо. Тюк. Я сейчас своим скиллом себя отхилю. Подожди до тренировок, тебе же питон станет. Привал. Золотой мастер. Золотой мастер. Бум-бум. Сим неплохо так играет, думаю. Поэтому, может быть, он и так нормально играет. Так, у меня меч ушел, но, скорее всего, нарез. Воевода подождал пока. Я добью всех его крипов, потом прыгну. Какой он крутой, блин. Очень нереальный. Воевода, ты меня нереально радуешь. Ты опять ждешь, пока у тебя крипов не останется? Потом будешь прыгать? Класс. Бум-бум. Пипец, у меня мана кончилась. Вот это жесть. Золотой мастер. Жлёп. У всех птицы есть? Да. У меня есть. Да. Да, есть. Иду. Золотой мастер. Ну кому не сейчас еще пришли, потому что я опять начал пить. Крыс спустил, смотрите, где писька носит. Он у нас в лесу. А, нет, золотой он мастер. Он в лесу, он качает. На улице он, да. Привал. Все бронюки не снимаются. Золотой мастер. Иду. На. Да. Бумс. Воевода хилочку заюзал. Хочет быть больше уверен в себе. Да ну. На. Привет. Золотой мастер. Шлёп. Золотой мастер. Воевода. Иду. На. Привет. Пипец, мне жаба перекачает. Притоком так. Привал. Иду. Миф обновы. Сейчас на мид приду. Иху. Приду, да сейчас патрулим. Не, он убежит, он сыфло. Бум-бум. Ты чё его трогаешь, этого крипа? Он мой. Золотой мастер. Иди жабу тролль. Золотой мастер. Ладно, пойдем жабу потроллим. Иду. Иду конфет к тебе. О, под стрелом еще круто. Тогда я плохо что лагаю. Мастерство боя. Ну, я бегу. Не могу. Да ладно. Первая куда кровь. Три прыжка уже, сучка? Танкнули. Хорошо.
Бум! Прирок! Не, он птичку изанул. Сейчас сам не качусь. Ты сейчас прокачал упорство. Я прокачал упорство. Флаг можешь не забирать. Ну тогда. Ну а чё, можешь покоться в неё? Ну а чё, он дешёвый тоже берёт, чё она? Сколько она фиолетовая? Он мелкий берёт себе. Она уже по сути хил. Ну, ты же знаешь, жабы такие гады. Особенно если рукастые жабы. Иду. Бум-бум. Привет. Ишь. Ишь, предвода идиота кусок. 50 секунд пущу, крыс. Золотой мастер. Аккуратненько, вообще ты чего? 17 уже охренел. Ну, Локот у нас тоже 17. Кому не дал, кому еще не дал двойника? Че, блядь, мне не. Сука, ю. Кент, где двойник есть? Да, есть. Всем был. Да, похоже, я можешь уходить. Ну я уже заново пошел. Сейчас доделаю. Да кинь что-то хотя бы. Да ты хорошо, спасибо, иду. Крип. Хороший крип. Привет. Крип, теперь ты мой друг навеки. Пускаю пока, крыс. Пока не умрешь под башню. Крыс пустил, смотрите. На карте. Где они все? Письконосец сверху бежит атаковать этот самый. Пак. Иду. Син, наверное, вышел, да? Как я так думал. Нет, еще. Нет, по-моему. Ну, нравится. Потому что... Я думаю, вышел. Привал. Шлеп. Привет. Итак, если вы готовы, и надо выбирать момент, и варт надо, варт надо. Ну, вот. Сейчас смотри, варт. Ой, письконосец ко мне пришёл. Блядь, помогай! Помогай и догоняет его. Иди ты знаешь куда. Письконосец, ты чтоб всегда поверил. 4 секунды, Людочка, ну. Еще один. Кстати, драка лучше. Сверху идет. Чё драка? Можно забирать для цари. Уходить и принимать побору. Сверху идет. Да меч шел тоже, он уже обратно вернул. Так, надо собраться и чтоб все протолкнули. Земли не могу дать, земли нет. Я уже убрал. Я могу свои. Дать землю, если хотите. Че, портал? У меня есть земля. Уходи, Лех, уходи и к нам давай. Кен, давай к нам, живее. А, долго. Нет, поехали, давай. Ух, больно жахло. Птиц следующий, давайте. Ребят, ну... Что так долго? Син. Монстр победил. И у нас тоже набрали. Есть. Давайте вот эту жабу контролим. О! Пойду.
Двойной удар! Дуля! Напарник! Пичканоста! Командный игрок! Это... Командный игрок! Все, запись! Командный игрок! А. Во! Во! Сейчас заберем его! Давай, 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 давай! He's sexy and he's cool. Теперь нарез. Незаменимый боец. Череда побед. Круто, блядь. Молодцы. Мы даже драку не успели. Я даже двойника не изумнул. Пипец вообще. Я птицу ставил. Нет, блядь, мы просто так тут ходим. Делать нам нечего. Не примейт. Давайте собираться и проносить, не знаю, мид там, либо это. О, пойдемте башню гасить. Башня, мы идем тебя гасить. Ты как насчет этого, башня? Первый штурм. О, это я крутой, да. Может, следующий тогда давайте? Иду. Прибуду тоже заберем. Пошли, я посижу. Ой, там семь. Давай, давай, давай. На дудочки. Незаменимый боец. Все, давай. К нам надо было. Что ты отошел-то, надо было. Я хочу. Давайте, башню. Крыс пустил. Так, лужу не кидай, я посижу. Флаг сбиваем. Там на самом деле Син очень тупанул. Да, он что-то метку кинул, а потом что, прыгнул на кого-то другого. Нижнюю лен башни. Пока нету, да. Нижнюю лен. А, у меня башню нет. Ух ты, уже два штурма. Ой, а ну тут силы просто. Что ты нас бросил? Я дал щит. Рубеж его защищен. А мою кисть бьешь. А ну. Череда побед. Незаменимый боец. Какой щит? Ни хрена не помог. Честно слово. Мастерство боя. А уйти-то надо, особенно тебе. Синана. Так, я покупаю глазик. Ребят, ну чё разошлись-то? Чего вы там в этом? В кучке надо выходить-то. Не по отдельности. Да-да-да-да-да-да, куда приткнуться? Пошёл я в лес, отожму у них леса. Сейчас жабы-то захочет. Отожму у них лесок, я на чуток. Меня тоже в лес. За птицами своими. Эй, толстый, давай меряться, кто толще. Иду. У кого больше? Да, я толще. И тонкого тоже забил заодно. Тонкий, я все равно толще. Не на себя кинул, не на тебя конкретно. Че там? Чё там, они крутые, они все тут. Привет, чуваки. Давайте. Что там у вас? Ульты, шмульты. Давайте, разбирайте. Привал. Я под Сином, спасайте как-нибудь. Надо подзаправиться. Я не знаю, я никому не ждёт. Привал. Незаменимый боец. Двойной удар. Череда побед. Блин. Командный игрок. Кто всех поубивал? Командный игрок. Мастерский контроль. Блин, и тут не дали. Незаменимый боец. Пиздец. Нефт. Череда побед. Фу, они. Да, конфет. Ну, молодец. Угу. Злая воевода к тебе пристала. Ты спроси, что он от тебя хочет. Как-то понятно, что он хочет. Изнасиловать.
Отходим, так отходим. О, смотри, кого выловил. Ох ты, шикарный ты такой. Так. Воин там тоже кого-то выловил, походу. Блин, да ледянка надо было по нему пиздануть. Воин, ну хелп не воина. Письконосец, воин, веди к нам. Суки. Охренеть. Череда побед. Вашей стороны. Незаменимый боец. Двойной удар. Там сзади идут, а ну-ка. Чуть развернемся, сейчас посмотрим, кто там. Кис-кис-кис-кис-кис, где тут воеводы там разные всякие такие. А вон они, под бар. Мы сейчас драка заберем. Я не знаю, ура. Ну давайте тогда их заберем. Потому что и этого, и этого. Давайте. В общем, я под башню, ну пусти меня, дай толстому под башню, хочу под башню. Хочу все сделать сексуально. Давай, давай, ты же сюда для того и пришел. Блять, вот меня сил вырезает. Напарник. Башня. Блять, башню бить, ёпта мать, а? Кент, ну ты-то хоть мог башню бить, а? А смысл, он идет. Хуя себе смысл, у меня башня там хуярит, я почти подыхаю. А не смысл ее бить-то? Нету, так, конечно. Нет, нахуй. Но так, если тебя убьют, что... значит ты никого не убьешь. Значит, у нас есть шанс застелить твой этот нет, самый. Нет, я бью башню, когда вижу смысл, когда у нас... У тебя нет шанса, да, драку убить, нет? Добрать, не надо ее бить, смысла нет. Нет, там надо было бить меча, а потом башню. Все правильно он сделал. Там был видно, что там башня, как и кропаля.